Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Сегодня я вам покажу небольшую покупочку с сайта Simoled. Да, все мне пришло в такой вот большой коробке, пришло давно. Я уже все открыла, достала. Вот, и давайте покажу вам. Да, все было, вот часть была, вообще малейшая часть была в этом наборе. Часть была в коробочке повыше, но все, хотя можно было упаковать в одну, не знаю, чем они думали, когда упаковывать. Ну да ладно, упаковка была хорошая. Давайте начнем с бумаги. Я взяла 10 вот таких вот листочков от Art Узор с космической тематикой, так как впереди у меня космические альбомчики хочу поделать. Думаю, что эта бумага мне идеально подойдет. Доставать я уже не буду. Здесь у нас вот такая вот картинка. Дальше 10 листочков взяла с таким такими нежными элементами для вырезания. Не успела, конечно же, я... У меня, конечно, покупки не только для творчества, но и для дочки. Не успела я урвать новые высечки от Mono Design. А, точнее, успела урвать только 2 штучки из 3 новых коллекций. И, к сожалению, больше пока что они не появлялись. А, также я взяла вот такие вот шильдики по 2 наборчика. То есть, с одной стороны у нас... такие милашки. Меня покорил именно вот этот барашек. И с другой стороны у нас пингвинчик с Дедом Морозом и елочкой. Конечно же, дочке они тоже понравились, и я с ней поделюсь. И вторые. Это получается вот такие вот зверюшки. Миленькие уже в Симоленде. Я покупала листочками для вырезания с ними. Поэтому я решила взять еще и тильдики. Шильдики, прошу прощения. Они были что-то по рублей 12. Также я взяла ножи для вырубки. Взяла вот такой вот нож, веточка. Я уже все это опробовала за кадром. Сейчас покажу, конечно, у меня уже дочка их наклеила. Вырубает он хорошо с первого раза. Я взяла на первую попавшуюся, так скажем, бумагу. Дальше я взяла вот такого вот жирафика. К сожалению, моя бумага, машинка, у меня машинка с Алиэкспресс прорубила сначала вот так. Потом я подложила бумагу, то есть уплотнила между пластинами. И вроде более-менее на темном, вот как если присмотреться, видно этого жирафика. Вот. Но решила, что больше мне такие вот ножи стеснения мне нужны. Я взяла вот такого вот с виду милого зайку тоже. Он здесь идет у нас с вырубкой и стеснением. Конечно же, с ним история одна и та же. Вырубает он хорошо. Нужно несколько раз прокатить. Но тиснение он также делает, если только проложить опять-таки бумажку. Ну, у меня дочка все заклеила, поэтому не покажу. То есть вот эти 2 ножа просто так не вырубают. То есть нужно именно проложить бумагу еще для толщины. Ну да, решила больше такие не брать. Не нравятся они мне что-то последнее время. Ну вот еловую веточку мне, конечно же, нужно было взять. Дальше я взяла из новых коллекций от Mono Design. Успела урвать 2 набора высечек. Это цветы «Винтажная зима». Я думаю, что в конце видео мы с вами их посмотрим. Давайте вот сюда их положим. И взяла для дочки вот такие вот клипсики с единорожкой. Я думала, на самом деле, что они будут больше. Они такие вот маленькие. Дочка их видела. И взяла вот такой вот наборчик резинок ушки микс. Честно, в описании на сайте нигде я не нашла, сколько идет в коробочке штук. То есть вот оно у нас описание, да, набор резинок. Честно, не понимаю, сколько должно быть вообще в наборе. То есть на сайте в Симоленде тоже это не указано. В итоге, возможно, должно было быть 10 штук. Но здесь в коробочке у нас всего 8. Честно, не знаю. То есть у нас здесь такого... Прошу прощения. Такого персикового оттенка, красного, бордового. И вот такие черненькие. Дочки, они, конечно же, очень понравились. Мне, в принципе, по качеству они тоже очень нравятся. Но сколько их здесь должно быть штук, неизвестно. И что прикольненько, коробочка еще делается вот так вот. То есть дочка, в принципе, может
украсить. Тоже классненько, тоже прикольно. Поэтому вот так вот по резиночкам неизвестно, сколько должно быть. И давайте попробуем посмотреть с вами высечки. Если у меня, конечно, многие уже видели эти новинки, я все жду и надеюсь, что к Новому году высечки, конечно же, появятся, потому что хочется поделать новогодние открытки. Значит, вот такая сама упаковочка, очень крутая и классная. Думаю, что можно даже вырезать и применить. И давайте посмотрим. Здесь у нас цветочки. К сожалению, с Дедом Морозом я не смогла, не успела. Здесь у нас, даже не знаю, как вам. Давайте попробуем вот так вот смотреть, как получится. Я думаю, что без комментариев. Здесь очень много разных понсетий. Взяла вот я их из-за понсети, так как ножика у меня его нету. А в открытках они, вообще в работах понсетия смотрится очень классно. Высечки яркие. Смотрю я их, кстати, вместе с вами первый раз. Поэтому по качеству будем, так скажем, смотреть по факту. Есть вот такие вот небольшие елочки. Очень клевенько. Вот, причем... Ой, попадали честь. Ну ладно, потом поднимем за кадром. Причем высечки и... Такая вот птичка, леденцы. Причем высечки и сережки были упакованы в маленькую высокую коробку. И знаете, что мне не понравилось? То, что одна упаковка высечек лежала прямо, вот так вот в коробке на дне, а вторую всю перекорежила, как видите, да, по упаковке. Я вообще была в шоке, думала, блин, нельзя было, что ли, все аккуратненько, ровненько сложить и одинаково. То есть очень клевый набор высечек. Честно, я прям в восторге. Даже если, так скажем, они еще появятся, потому что даже уже этих высечек нету, я обязательно, даже если они появятся после Нового года, я их все равно обязательно еще куплю. Потому что Новый год все равно будет на следующем году. Поэтому они нам не помешают. Поэтому вот такие вот небольшие покупочки для творчества и дочки у меня были. Если вам понравилось это видео, поддержите его пальчиком вверх. Все ссылочки я оставлю в описании. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Ваша Аня.